Так, добрый день, всем здравствуйте. Сегодня у нас очередная сессия с Исмаилом Шахтахтинским. Исмаил, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. У вас такая чудесная погода в Вирджинии, смотрю, и так все зелено. Ну, в тени терпимо, но жарко, конечно, очень. Ну, я думаю, не сравнить с нашим Техасом. У нас по 42, по 43 в день, так что мы прячемся в доме. Мы прячемся в доме вдали от жары. Мы сегодня с Исмаилом поведем беседу, а зачем вам нужен адвокат? И как не разориться на эмиграции? И именно в том аспекте, что иногда скупой платит дважды. Исмаил, расскажите, пожалуйста, все-таки когда стоит обратиться к адвокату? Можно я коротко скажу про хорошую новость, которая вот только вчера произошла? Да, конечно, обязательно. Как мы знаем, на прошлой неделе администрация Трампа, они отменили онлайн-курсы для иностранных студентов. И то есть запретили иностранным студентам принимать курсы онлайн во время вот этой пандемии. И некоторые университеты, насколько я помню, MIT, Harvard и Stanford, по-моему, подали в суд против администрации, потому что во время пандемии это как бы заставляет и университеты, и школы открываться. Но администрация Трампа отошла обратно и согласились, и вчера только федеральный судья принял соглашение между сторонами, где уже разрешили онлайн. То есть F1 студенты, которые сейчас здесь учатся, они могут в следующий семестр продолжать учиться дистанционно, находясь в Америке, находясь в своем же статусе, без необходимости физически идти на занятия. То есть это очень хороший результат и очень, веселая новость. Ну, к сожалению, то есть сравнительно веселая новость. Жалко, что всем приходится учиться дистанционно, но то есть вот такие вот новости. И только что я получил другая новость, это не настолько хорошая, но имейл от USCIS о том, что они создали policy manual, то есть инструкции для офицеров более детально рассматривать discretionary factors, что означает факторы усмотрения. Это в моем как бы слабом русском я скажу. Это факторы усмотрения. Что означает для решения дел? То есть это что означает? Например, процесс adjustment of status, процесс грин-карты, имеет, конечно, факторы, которые требуется доказывать аппликанту. Да. То есть факторы eligibility называются. И есть discretionary factors. То же самое, например, в процессе asylum. Всегда оставляется место discretionary factors, то есть на усмотрение, полагается ли этому человеку, решает ли офицер, что да, лучше выдать, то есть attorney general, решает ли выдать этому аппликанту грин-карту или там убежище. И вот так сейчас они более ужесточили это и более детально заставляют офицеров рассматривать вот эти факторы усмотрения. То же самое относится в процессе гражданства. Только вот недавно было у нас дело, где в процессе гражданства одному отказали чисто на усмотрение, то есть не было никаких барс, из-за того, что они решили, что человек очень много, вот у аппликанта было более, там, по-моему, 40 нарушений там, административ, трафик, тикетс, и некоторые разу не являлся в суд, просто игнорировал. И они как бы на усмотрение сказали, что ты игнорируешь наши законы и вот так. То есть, что я хочу сказать, что это сейчас нужно более внимательно обращать внимание, где раньше можно было на гражданство заполнить формы, собрать документы, подать то, что требуется. Сейчас и то же самое на грин-карту и на асайлум. Сейчас также советуется уже собирать информацию про good moral character дополнительно. То есть не то, что нету негативных факторов для морального характера. То есть человек не был арестован, там, судим за тяжкие преступления, но еще положительные факторы. Там, налоговые отчеты и все такое, даже письма от там, не знаю, со школы, там, ребенка пока, где учитель или директор описывает, как вы заботитесь о ребенке, как вы активный член общества, там,
церковь там ходите и так далее. То есть не то, что там религиозного человека, я имею в виду, что вы активный член общества. То есть вот эти факторы сейчас уже нужно будет более детально приготавливать. Просто да, хотел поделиться вот этими, да, этими недавними новостями. Хотел поделиться. Спасибо большое за хорошую новость и не очень, но все-таки новость. И давайте мы вернемся к нашей теме. Напомню, вы можете задавать вопросы, какие хотите. Я думаю, что Измаил нам обязательно ответит, но мы именно побеседуем сегодня о адвокате и о роли адвоката в иммиграционном процессе и немножко ответим на некоторые вопросы, которые часто возникают у наших участников. Зачем мне адвокат? Ну, если коротко сказать, адвокат поможет, то есть наличие квалифицированного адвоката увеличит шансы удачного результата вашего дела. То есть адвокат, как и все другое, всякие другие профессии, помощь адвоката нигде в Америке не требуется. То есть нету ни одного процесса, даже, не дай бог, защищая себя в криминальном суде за убийство или тяжкое преступление, все равно не требуется иметь адвоката. Человек имеет право сам себе все делать, сделать сам, заниматься всем, что угодно. То есть эквивалентом это то же самое, я если научусь, как разобрать мотор своей машины, или там починить, или построить себе дом. Я слышал, вот женщина в Ютубе одна посмотрела, как и построила с нуля сама себе дом. Да, то есть, да. Да, то есть это все возможно, и то же самое. То есть люди могут сами научиться всему это сделать. Но, конечно, есть риски делать все это самому. То есть мне, если нужно какую-то вакцинацию сделать, я иду к врачу, потому что я боюсь ошибиться, чтобы не было заражения, чтобы не было хуже. А так, если то есть человек с образованием, как говорит, и можно и зайца научить курить. То есть человек может с образованием научиться и с умом научиться всему. Но стоит ли это того? То есть, во-первых, риски – это очень жизненно важные риски. То есть, когда если вдруг ошибка в процессах, ошибка в делах, то риск это грозит там намного больше расходов, усилий. Ну и самое худшее – это депортация и вообще закрытие всех путей в Америку, если напортачить слишком глубоко. Поэтому то есть, люди предпочитают нанимать профессионала и человека, который этим занимается, который имеет опыт, чтобы уменьшить шансы проблем, увеличит шансы благополучного результата. Вот для чего нужен адвокат в иммиграционном процессе. Есть какие-то стадии, где, возможно, адвокат нужен менее, и есть какие-то стадии, где, скажем так, без адвоката уже не обойтись. Вот, например, все-таки на каком этапе стоит, конечно, начать можно с самого начала, с первого шага начать с консультации с адвокатом. Но вот давайте так расскажем, где без адвоката не обойтись. Вот реально, где лучше все-таки отдать свою судьбу в руки профессионала. Опять-таки, да мне тяжело ответить, потому что я, например, я сам эмигрировал лет 20 назад, и с самого начала пошел в юридическую школу, и то есть занимался юридическими вопросами, я сам себе делал иммиграционные дела, но даже я нанимал адвоката на некоторых стадиях процесса. Но тяжело это сказать, то есть это чисто зависит от человека, от предпочтения. Некоторые люди, хотя и могут это сами сделать, просто не хотят на это тратить время, не хотят заниматься тем, в чем они не квалифицированы. Есть процессы, конечно, которые намного сложнее, есть процессы, которые легче. То есть поменять свой адрес USCIS. То есть это можно зайти онлайн, спрашивается имя, фамилия, старый адрес, новый адрес, подаешь, сабмит. Есть люди, которые предпочитают использовать наши услуги. Например, мы занимаемся делом клиента, мы обычно это делаем бесплатно на первой стадии, но, к сожалению, иногда бывают люди, которые переезжают через каждые 5-6 месяцев. Если, например, дело убежища, где смена адреса происходит,
очень часто это означает, что дело переводится, нужно, если это в суде, там, motion to change venue. Соответственно, например, наша фирма один раз это делает бесплатно, а уже дополнительные разы это номинальная сумма, чтобы компенсировать за время. Есть люди, которые сами это предпочитают делать, а некоторые даже в этом деле предпочитают услуги адвоката. Но если так посмотреть, то есть чем сложнее дело, чем много загвоздок, тем и желательно использовать, конечно, услуги профессионала. Но проблема в том, что откуда знать, какое дело сложное. Потому что некоторым людям кажется, что это дело несложное, а в результате оказывается, что нет, это было, оказывается, сложное дело. И сложное я не имею в виду, что адвокат там тяжелый груз тащит для вас, какие-то очень заумные выходы делать. Нет, это просто чисто навык. То есть элементарно, как сказать, взять, покрасить стену у себя в доме. То есть кажется, это очень простой процесс. Поверьте, я пытался это делать, я считаю, что у меня есть способность это сделать, но оказалось это довольно-таки не так. То есть как вот это? Это чисто вопрос навыка. Это не то, что там какая-то наука есть. В юридических делах есть моменты, где есть какая-то наука, но я бы сказал, это большинство процентов. То есть количество того, что адвокат делает, это навык, это то, что мы делаем, мы видим, мы напрямую, например, в процессе убежища. То есть, допустим, один из сложных процессов, где я бы очень строго порекомендовал бы работать с адвокатом, это процесс подачи на убежище. Будь это в суде, будь это в affirmative подаче в USCIS. Почему? Потому что вы теорию можете начитать и услышать, и, к сожалению, есть большие риски начитать дезинформацию, слушать от друзей, родственников какую-то дезинформацию. Не обязательно кто-то это, что навредить вас делает. Нет, они думают, что они вам помогают, но они где-то услышали, где-то как-то отнеслись к этому, там одно услышали, передали другое. Есть очень много слухов дезинформации. Но даже если правильно всю теорию приготовиться, ничего не заменит вот эту способность вот этого маляра, который множество раз уже знает, как первый, какой цвет apply, как, не знаю, как под каким углом держать эту кисть и так далее. То есть это как всю комнату не заляпать. Да, да, эту теорию никто вас не научит. И когда вы делаете это один раз в своей жизни, такой жизненно важную вещь, это не то, что я стену покрашу, если не получится, перекрашу заново. Нет, если вы подаете на убежище, если не получится, то все. То есть вопрос, если вам отказали за несовпадение информации, которое может даже вы не... То есть они неправильно это заключили, но можно было каким-то навыком знать, как этот офицер подумает, потому что этот адвокат множество раз общался с этим офицером, видел, где люди попадаются искренне там, с какой-то ошибкой, которая подразумевается как намеренный misrepresentation, то есть, который предотвращает убежище. То есть это никто вам теоретически не сможет научить. И в таком жизненно важном шаге, как получить иммиграционные бенефиты, естественно, не следует, то есть рисковать. А скажите, пожалуйста, еще у нас такой вопрос. Очень часто люди спрашивают, где можно посмотреть статистику по адвокатам. Вот что там было у него 90 кейсов, 70 он выиграл, там 20 он проиграл. Вот и такой статистики нет. Почему такой статистики нет, скажите, пожалуйста? Вот почему немного нельзя там выбрать себе адвоката по, скажем так, его, забыла слово, продуктивности. Да, ну, да. Да. Почему нет такой статистики? Ну, первое, это статистика misleading, как сказать по-русски, misleading, то есть неправильную информацию может дать. То есть, допустим, я адвокат, который представляю интересы там людей из латиноамериканских стран, которые были арестованы в Америке за какие-то криминальные преступления и подали на убежище. То есть, допустим, я специализируюсь в этой сфере. Естественно, в этой сфере процент удачных дел будет намного меньше, чем адвокат, который представляет интересы клиентов по браку, кто получает грин-карту через брак. Понимаете? Поэтому эта статистика может дать ложное впечатление про адвоката. Или же, например, в коллегии миграционных адвокатов у нас есть
листсерв, где мы месседжи постируем, кто задает вопрос и так далее. Друг, делимся опытом и иногда задаем вопрос, иногда как ментор я отвечаю или кто-то мне отвечает как ментор. И вот там пишут вопрос. Иногда бывает адвокат пишет, что, например, мой клиент там подозревается в каком-то мошенничестве, преступлении и так далее. И я вижу, некоторые адвокаты пишут, что убегай от этого клиента, не представляй его интересы, а то у тебя будет плохая репутация в глазах USCIS и вот так. И я всегда то есть, на это как бы негативно отношусь. Я говорю, как адвокат, наша цель – это в этой системе, что называется adversary система, где все стороны против друг друга. То есть и решает нейтральная сторона, необходимо сделать все возможное для своего клиента в пределах, в рамке закона. И, соответственно, тот адвокат, который берется за эти дела, где есть такие сложности, будет, естественно, иметь меньше процентов одобрения, меньше процентов положительных результатов, чем адвокат, который белые ручки, который просто берет дела, которые безвопросные. Понимаете? Заранее выигрышные, скажем так. Да, да, да. Соответственно, статистика выигрышных дел вам не скажет, насколько этот адвокат будет бороться, насколько он опытный или она опытная, и насколько этот адвокат способный или способная. То есть эта статистика даст ложную информацию. Я хочу привести как бы аналогию с статистикой про иммиграционных судей. И это очень актуальная тема. Люди рассматривают статистики по интернету, что этот судья дал 35% дел отказ, другой судья дал 90% дел отказ. Да, это может иметь, есть какая-то правда, какая-то суть в этой статистике с иммиграционных судей. Но и даже там есть очень много, как сказать, нюансов, которые нужно учесть. И можно ошибиться, и часто люди ошибаются. Почему? Иммиграционные судьи, им тоже распределяют дела на основании страны, то есть как дело, именно на основании сути, например, дела по убежищу. Например, здесь у нас в Арлингтоне, я по всей стране бываю в иммиграционных судах, и я вижу, что в иммиграционных судах у меня часто мои дела из определенных стран бывают с теми же судьями. Здесь, например, в Арлингтоне есть очень прекрасный судья, джадж Берман, и прекрасно почему? Потому что он как бы для меня является эталоном судьи, который все время слушает все, все время внимательно и всегда справедливо выносит решение. И у этого судьи почему-то все кейсы из постсоветских стран. Интересно. Да, да. То есть я лично его не спрашивал, но опять-таки то есть информация есть от UIR, что некоторые есть судьи, которые рассматривают дела из латиноамериканских стран, где там на основании gang violence, которые больше эти дела принимают они. И, естественно, в зависимости от дела, от судья, который на границе, допустим, из пограничных штатов, или же принимает в основном дела из вот этих стран латиноамериканских, у них меньше шансов. Почему? Потому что очень много gang violence-based asylum claims. И gang violence часто, там есть очень много щепетильный вопрос про то, что попадает ли это под категорию particular social group или нет, есть ли какие-то связи там, может, с религией, может, с какой-то группой, которая признается в обществе, это particular social group, то есть категория для убежища. И то есть, поэтому очень, очень такой острый вопрос, поэтому часто бывает это. И судьи может оказаться вот такой негатив. Я немножко сильно отошел от темы, но просто это очень интересная тема. Насчет судей. Почти каждый раз с клиентом я когда консультирую или общаюсь насчет дел по убежищу, они спрашивают про то, что а как вот этот судья, как вот этот asylum officer? Я говорю, может, играет роль. Да, я не откажусь, что не буду врать, что нет, никакой роли не играет судья. Но я бы сказал, намного меньше роль, чем как вы приготовитесь к делу. И как вы. И то же самое с адвокатами. То есть статистика не указывается, потому что статистика может дать ложную информацию. Часто у меня это спрашивают клиенты, естественно, когда первый раз консультируются. Они говорят, что а какой там у вас результат кейсов? И я как бы хвалюсь своими результатами кейсов. То есть я до этого, недавно это поменяли в Вирджинии. Вирджинию адвокатов требовалось до того, как какие-то результаты или статистики принести своим клиентам, необходимо было сказать, которое все еще я говорю, потому что я считаю, что это было хорошее правило.
То есть как адвокат я должен клиента начать с того, что каждое дело имеет свои факты, и то, что я вам скажу, не означает, что у вас будет такой же результат, как да. был в предыдущем деле. Вот это как бы disclosure. Я это объясняю, и потом им говорю, например, в делам affirmative в asylum office у нас, в нашей фирме, там более 85% одобрения. То есть, но, опять-таки, это не означает, что каждое дело, все, давайте мне дело, я вам получу 85%. Абсолютно этот шанс не играет никакого влияния на шансы вашего дела. Эти проценты просто показывают, может, это показывает, что я беру те дела, которые имеют больше шансов. Может, я не беру дела, которые имеют меньше шансов одобрения. Есть люди, которые, адвокаты, которые, допустим, берут дела, где там уверены 99%, что это или дадут, или не дадут. То есть, ну, то есть я имею в виду очень сильные дела, некоторые адвокаты, которые отказываются. То есть, поэтому это неправильная информация. Поэтому, да, спрашивайте эти вопросы, спрашивайте у адвоката о том, что сколько дел похожих на ваши этот адвокат делал. И не количество, а именно просто вообще. То есть были ли похожи дела? Естественно, и здесь нужно подчеркнуть, что не каждое дело имеет... Каждое дело имеет разные факты. То есть если адвокат никогда не встречался с именно подобным делом, как у вас, это не означает, что этот адвокат вас не сможет представить ваши интересы правильно. Или же... Тот, кто встречался с подобным делом, лучше представит ваши интересы. То есть задаются вопросы, узнаются, то есть нужно узнать у адвоката. Может, я как бы перепрыгнул слишком вперед уже, как выяснять, кто вас лучше представит. Но да, это я хочу сказать, что поэтому и статистика, это неправильно смотреть статистику. То есть по статистике, если посмотреть, опять-таки, я горжусь нашей статистикой, по количеству дел, сотни дел я вел, но опять-таки я всегда клиенту скажу, что не смотрите на это мой количество дел и статистики, которых я выиграл. Давайте обсудим ваше дело. И вы посмотрите, если вы чувствуете себя комфортабельно, что я представлю ваши интересы как нужно, или я, или другой адвокат, с кем вы общаетесь, то тогда работайте с этим адвокатом. Ну и тоже понятие победы или проигрыша в суде вообще, я не очень, скажем так, знакома, но тоже, например, даже та же депортация, да, если человек проиграл депортацию, но выиграл withholding of removal, это тоже в каком-то понятии победа. Ну, конечно, то есть, может, и депортация была и проигрышным делом, то есть, я имею в виду asylum, убежище, то есть, много есть как бы техник, иногда мы знаем, что asylum имеет очень малый шанс, но есть шанс на withholding of removal, мы давим на asylum, чтобы получить даже не через суд, а в основном часто это бывает, если withholding of removal, это шансы хорошие, но asylum нет, то противоположная сторона, то есть прокурор в данном деле, DHS counsel, они предлагают withholding of removal. И, то есть это тоже хороший результат. Обсудить, negotiate, договориться о чем-то, что будет стопроцентное versus могут отказать и в том, и в другом, это тоже хороший результат. Поэтому результат, как вы сказали, да, то есть результат не такой, что выиграл, проиграл. Нет. Да. Смотря как выиграл и что проиграл тоже. Вот у нас как раз вы уже затронули эту тему, как выбрать адвоката. Да, у нас Елена задала именно такой вопрос. По каким критериям выбрать адвоката? На что смотреть? Лицензия, образование, опыт, специализация. Вот на что надо обратить внимание? Есть очень... критические вещи, как лицензия, то есть это в процессе, например, подачи на гражданство есть барс, то есть запрещающие, есть то, что statutory в определенное время, есть уже discretionary факторы, которые мы обсудили. И то же самое здесь. Есть критические вещи, как лицензия, есть посмотреть, гуглить этого адвоката, посмотреть, если есть какие-то disciplinary. Если у адвоката есть лицензия, например, но этот адвокат может быть disciplined и может даже не иметь права представлять клиентов перед миграционными судами. Это часто происходит. Есть разница, то есть человек может заполнить тебе иммиграционную форму, но не может тебя представить в суде? Да. То есть человек может иметь лицензию адвоката, то есть какой-то штат лицензировал. И есть орган, который
State Bar Association, который наблюдает за ethical violations, за этичность этого адвоката. И есть, и это, эта лицензия покрывает все. То есть можно иммиграцией заниматься, можно криминальными делами, бизнесом, то есть все, что юридические услуги. Mm-hmm. И есть свой ethical board, но они как бы не отдельные комитеты, но внутри вот государственных организаций, как EOIR, например, в иммиграционном суде. И в иммиграционном суде вот эти иммиграционные судьи, они решают, что этот адвокат, например, очень много наврал или там злоупотреблял системой, какую-то там ложную форму подал или дал ложную информацию, элементарно там процедурную информацию судье во время вопроса, там будет для интереса клиента или для своего интереса. И они могут исключить, дисциплин делать вот этого адвоката, будь на время или что. И это не означает, что этот адвокат потерял всю лицензию своего адвоката. То есть это со State Bar Association not necessarily, не обязательно связано. То есть поэтому вот это, например, один из вещей, которые желательно. Но я не зацикливался так глубоко на этом. Просто посмотреть, проверить. Каждый штат имеет look-up, attorney look-up, где можно посмотреть лицензированный адвокат. К сожалению, очень часто бывают люди, которые представляют себя как адвокаты, но не являются лицензированным адвокатом. И почему это важно? Не из-за того, что лицензия мне дает какой-то сияющий колпак на голове, что я становлюсь святым. Нет, лицензия заставляет адвоката выполнять услуги в рамках закона. Почему? Потому что эта лицензия дорога. Чтобы получить ее, адвокат учится в юридической школе, сдает бар-экзамены. То есть вся жизнь и карьера, можно сказать, этот адвокат зависит от лицензии. И наличие этой лицензии, это показывает, что этот адвокат не просто там знает, как это делать. Опять-таки, ты человек без лицензии может знать лучше, чем некоторые адвокаты с лицензией, как все это делать. Но лицензия – это как бы гарантия. Это как, когда вы идете в банк, написано FDIC insured, что этот банк. Это почему? Это означает, что до 100 тысяч сумма, которую вы ставите, даже если этот банк мошенник, вам федеральное правительство. То же самое лицензия. То есть это как-то вы страхуетесь тем, что вот что-то есть очень дорогое для этого адвоката, которое заставляет этого адвоката делать, отвечать на ваши звонки, заниматься искренне и как сказать, добросовестно вашим делом, потому что это все контролирует. Человек, адвокат может потерять лицензию, если не копирует с вами, если действует вне ваших интересов, если адвокат там не отвечает на звонки или там недобросовестно ведет ваше дело, или там выходит за рамки закона, или там взял деньги и не выполнил услуги, или взял деньги, не выполнил услуги, и потом не вернул вам ваши деньги, ту часть за невыполненную сторону дела. То есть эти все, это контролируется лицензией. То есть этот адвокат может потерять лицензию именно из-за этого. Поэтому наличие лицензии адвоката очень-очень важно, что именно вам предоставляет услуги человек, который есть, чем он дорожит, она дорожит, чего боится потерять. Конечно, и злоупотреблять этим не надо, но это может, наоборот, обернуться хуже для вас. Если... Но в то же время вы знаете, что это, то есть есть что контролировать этого человека. Это один. После лицензии желательно гуглить адвоката, посмотреть ревьюс, отзывы, посмотреть там, что другие пишут где-то. Если видите кто-то из знакомых, там кто-то кого-то представлял этот адвокат, спросите у них. И, опять-таки, ничто не заменит вашу персональную интеракцию с этим адвокатом. То есть нужно связаться с офисом этого адвоката и сказать, что я хочу поговорить с адвокатом, у меня вот такое дело, хочу узнать, если возьмется за мое дело. И здесь вот мы переходим на тему, а как это сделать, если адвокат просит деньги только чтобы с ним поговорить? Понимаете? То есть вопрос такой возникает. Да, есть такое, да. Да, да. То есть как я могу обсудить дело свое с адвокатом, узнать, как он или она, то есть как я чувствую про ее или его, если мне придется за это заплатить? Well, тут два как бы момента есть. Есть один, поговорить с адвокатом, чтобы выяснить, насколько этот адвокат вас удовлетворяет. Здесь часто многие адвокаты согласны обсудить с клиентом. То есть бесплатно обсудить, поговорить про квалификацию адвоката, про предыдущие дела, про знание этого адвоката в этом деле. Я не думаю, что это будет очень как бы
трудно убедить адвоката или контору, что необходимо. Я хочу поговорить с адвокатом про то, что займется ли этот адвокат моим делом, и про квалификации, и обсудить, если этот адвокат, то есть если я хочу выбрать этого адвоката из своего дела. Например, в моем случае, когда клиент такой говорит там, моим ассистентам, я их инструктировал, что немедленно сообщите, да, не проблема, вот линк для бесплатной консультации, они могут назначить прямо в нашем календаре, там 15 минут, бесплатно связываемся, я связываюсь с ними, я обсуждаю, будет это как через интернет, или in person, или даже в офис приходит, или по телефону. Но есть, когда у вас дело, вы не знаете, что можно сделать, какие опции сделать, что нужен ли вообще вам адвокат в этом деле, и вы хотите поговорить с адвокатом или с адвокатами и узнать вообще, какие опции есть, что можно сделать, нужен ли вам адвокат, и хотите ли вы с этим адвокатом работать. Так вот, вот эти все первые вопросы – это услуги, то есть ответы, консультация, рассмотрение вашего дела, объяснение ваших опций и является одним, и можно сказать, одним из самых важнейших услуг, которые адвокат предоставит вам. То есть адвокат может взяться слепо за дело, которое вы сказали, что заполни мне такие формы и сделай мне такую визу, и вы можете потратить этому адвокату на подачу на эту петицию несколько тысяч долларов, и в результате выйдет, что, оказывается, вам даже такой визы и не полагалось. То есть вы недостаточно бы... Поэтому та консультация с адвокатом, первое, узнать, поставить, как я всегда как бы аналогию привожу к медицинским вопросам, вам диагноз поставить, это можно сказать, что 50% вашего дела. Потому что этот адвокат, общаясь с вами по телефону или in person на консультации, может понять, что, а может вам и B5 не лучше, а можно L1 сделать, а может вам там лучше не делать там грин-карту через какой-то, вы хотите там asylum подать, а может вы можете через какой-то, вас квалифицировались через родственников когда-то, или где-то ваш работодатель может подать, или вы человек с выдающимися способностями, который может подать на National Interest Waiver, который сейчас становится, к счастью, это стало как бы легче процесс National Interest Waiver. Я почему это привожу? Потому что у меня бывают часто клиенты, которые приходят, там подали на убежище. У меня, например, два кейса есть, где люди подали на убежище, не прошли на первый этап, пришли, наняли меня в процессе иммиграционного суда, и я смотрю на их квалификации. Человек ученый, человек работал с некоторыми government agencies в Америке, имеет статьи, имеет там научные такие эти работы, которые сайтируют другие ученые здесь, вырабатывают технологию для национальных интересов Америки, безопасности Америки, и этот человек находится в процессе убежища. Если бы она заранее подала бы на National Interest Waiver, то есть мы могли бы получить и National Interest Waiver, грин-карту намного быстрее, чем процесс убежища, то есть намного менее труднее, чем через убежище. Что я хочу сказать, что адвокат вот поможет эти вещи, которые вы не видите. Опять-таки, это навык. Поговорив с вами, задав вопросы, адвокат сможет вам объяснить ваши опции. Дальше процесс оплачиваемой консультации очень важен. Почему? Потому что адвокат должен получить полную информацию про ваше дело, чтобы дать вам educated answer, то есть правильный ответ. Иногда пишут, допустим, inquiry, или там со мной связывается кто-то, там я хочу задать вопросы, думаю, можно ли мне то сделать, это сделать. И там ассистенты предлагают назначить консультацию, и человек сопротивляется, они переводят ко мне. И я слушаю, они говорят, этот потенциальный клиент говорит, у меня буквально вот минута, я хочу вашего времени, я хочу да или нет. Я говорю, вот представьте, если я вам скажу да, вы неужели возьмете, вот чисто вот, чтобы избавиться от вас, я вам скажу да или нет, или дам какой-то совет. Неужели вы хотите полагаться? То есть я этого не сделаю, поэтому я их сопротивляюсь. Но, к сожалению, то есть кто-то может это сделать, кто может как бы бесплатную консультацию, 5 минут времени уделить на дело, действительно, которому нужно было уделить там полчаса времени, чтобы выяснить правильный ответ, и дать тяп-ляп какой-то совет. И неужели вот вы хотите сэкономить будет где-то $100, $200, $300 на то, чтобы получить вот лишь бы
галочку поставить, что мне адвокат сказал, что так можно. Нет, лучше немножко потратить. Опять-таки, есть пробоно-сервис, если у вас финансовые затруднения. Я предлагаю пробоно сервисы. У нас анкета, где заполняете, что у вас очень финансовые, то есть возможности нет, живете там в ниже сбыточного, как сказать, уровня, пожиточного уровня, то мы предоставляем это бесплатно. Мы сделаем вам бесплатную консультацию и даже возьмем дело бесплатно. Но если вы можете это себе позволить, неужели вам этот ответ, который кто-то вам на ура просто даст, чтобы избавиться от вас, вы это возьмете и будете свою жизнь решать этим. Судьбу вашей семьи, вашей жизни в Америке. Просто хотите. То есть это вот нужно какой-то вот этот last, вот этот urge получить, лишь бы услышать от адвоката, нужно остановить. Людям нужно понять, что адвокат не пророк, не бог, который, если вам сказал «да», то значит «да». Нет. Адвокат – это человек. Этому адвокату нужно дать всю информацию. И это тоже для того, чтобы выбрать адвоката, это очень важно знать. Посмотрите, когда общаетесь с адвокатом, узнайте, если адвокат быстро вам коротко какие-то мнения дает, то узнайте, то немножко нужно подозрительно к этому отнестись. Почему я говорю? Потому что есть во всяких профессиях. К сожалению, я в жизни встречал таких докторов и врачей, которые вот заумно могут человека там пальцем тронуть и сказать, что у тебя рак или нету рака. То есть, или у тебя там поджелудочная железа воспалилась, посмотрев человека в глаза. К сожалению, такие заумные есть и адвокаты, и врачи, и всякие профессии. Поэтому вот этих заумников тоже нужно фильтрировать, поговорив с этим человеком и узнав. Если адвокат говорит, что да, все будет прекрасно, мы так сделаем, нужно узнать, почему, как, а как это, то есть дать информацию, которую адвокат у вас должен получить, и только после этого убедиться, что да, то есть вы чувствуете себя комфортабельно. Также нужно комфортабельно, я слово использую часто, вы должны чувствовать себя комфортабельно с этим человеком, довериться этому человеку. Есть чисто, это как бы уже немножко суеверие, но я думаю, что это не суеверие, это чисто психология. Есть люди, которые просто не сходятся как люди. Есть люди, и я как адвокат иногда пытаюсь, не, как бы неплохо, чтобы вышло, избавиться от таких клиентов, которые как люди мне не сходятся. То есть они вот иногда вот слишком подозрительно ко всему относятся, не доверяются или скрывают от меня как адвокат эту информацию. Я им пытаюсь несколько раз объяснить, что если вы работаете со мной, то есть вам нельзя скрывать эту информацию от меня. То есть вы не можете сказать, что это мои личные дела. Нет. Если вы хотите, чтобы я представил ваши интересы, то вы должны, то есть эти вопросы ответить. Но то же самое с другой стороны может быть. Может, этот адвокат вам не предоставляет личного доверия. То есть я уверен, что я как адвокат, наверное, бывали клиенты, не наверное, то есть я уверен, что бывали клиенты, которому я как человек не сошелся. Может, они со мной по телефону поговорили и так далее, но они мне в лицо не сказали, но они, то есть, не взяли меня как адвоката. И это прекрасно, потому что люди натуральные, то есть люди, это человеческая психология. Нанимать адвоката, идти говорить, вы должны чувствовать себя комфортабельно с этим человеком со всех сторон. И, естественно, конечно, один большой фактор – это финансовый фактор. Финансовый фактор является фактором, никто в этом не откажет. То есть нельзя сказать, что нет, забудьте все, раскошеливайтесь именно тому адвокату, который там, кажется, имеет больше опыта и все такое. Нет, но просто есть разумность, есть диапазон разумности. То есть стоимость адвоката, как и стоимость всего другого. То есть продукт адвокат продает свои знания, свой опыт, свою востребованность и свою, то есть помощь этому человеку. Это то, что мы, адвокаты, продаем. И производители автомобилей продают автомобиль. Там Toyota, там Жигули, там Запорожец, там Rolls-Royce и Bentley. То есть каждый производит свой. Есть автомобиль, который роскошный. Это означает, что вы придете там в адвоката, в офисе, вам будут поклоняться, там персидские ковры и все такое. Может, это не означает, что ваш адвокат способный. Нет. То есть это Rolls-Royce, basically, или Maserati, который ломается там каждый месяц, но круто выглядит. Есть адвокаты, которые Жигули, которые, то есть они просто дыра, то есть и
не тратят достаточно времени каждому клиенту. Конвейерами не обязательно дыра. То есть я имею в виду, это в адвокат может быть большая фирма, которая занимается конвейером делами и занимается тем, что закручивает там, где один адвокат может нормально потратить там день работы на одного клиента, а этот адвокат тратит там день работы на 100 клиентов. И меньше чарджует, это означает, что меньше времени обращает на эти дела и крутит конвейером вот эти дела. То есть это все факторы, понимаете? Поэтому нужно тоже приоритетом смотреть. И никогда нельзя сравнивать Запорожец, который стоит там $500. Я не знаю, все еще производит его или нет. Но сравнивать с Тойотой, допустим, то есть который, или там с Лексусом, или с Теслой, который совершенно другой диапазон того продукта. Да. И то же самое у адвокатов. То есть необходимо посмотреть, узнать, насколько, читайте отзывы, посмотрите, что пишет про этого адвоката. Не просто галочку пишет, что да, этот адвокат прекрасно сделал. Но я вам скажу такой секрет, который я уверен, что многие адвокаты не полюбят меня за это, что отзывы просто звездочки 1, 2, 3, 4, 5. Например, у меня все пятерки. Okay? И я уверен, у многих моих коллег тоже пятерки все. Сами по себе не обязательно показывают. Почему? Потому что есть такой трюк, что люди, которые довольны... Это не трюк, это, можно сказать, как бы психология. Люди, которые довольны, они тут оставляют хороший отзыв. Или адвокат сам просит. То есть просит, что напишите отзыв, вы довольны. Здесь ничего плохого нет. То есть плохое это, если деньги платить, там, я тебе дам $50, если ты мне оставишь хороший отзыв. Но это уже мошенничество. За это можно лицензию отнять у адвоката. И действительно, то есть есть это именно rule, есть American Bar Association, покупать вот эти отзывы запрещено. Это означает покупать рекомендации юридических услуг. Я не могу вам платить деньги за то, чтобы вы рекомендовали. Как маркетинговая компания, вы можете рекламировать, но платить вам, Леся, что, например, Леся, $100 дам, если вы мне порекомендуете миграционного клиента, это нельзя, запрещается. Mm-hmm. Да, потому что как бы юридические услуги считаются очень, очень важными, жизненно важными. Реферал нельзя платить. Не только миграционный, вообще адвокаты. То есть я не могу. Mm-hmm. И если кто-то вам адвокат предлагает, или не только я имею в виду вам, а я имею в виду клиентам, то есть кто вот слушателям, деньги за то, что реферд, я могу как-то once in a while отблагодарить, но не из-за того, что индивидуально вы делали, отправили мне дело, а из-за того, что наши relationship и так далее. То есть это другое. Но платить именно referral fee не адвокату за то, что мне отправляете клиентов, это запрещено, потому что юридические услуги как бы считаются очень жизненно важными, соответственно, нельзя. То есть, опять-таки, если аналогию перевести, доктор не может платить кому-то, чтобы принести человека там жизненно опасной ситуации мне за деньги, чтобы я лечил. Нельзя. Это маркетинг может заниматься этим, нет. Да. Так вот, это очень, вот эти отзывы, да, я что говорил, секрет раскрывал, все юридические фирмы, адвокаты, они просят у клиентов счастливых, что напишите нам отзыв. Естественно, и это я не скрою, никогда клиенту, если не будет недоволен моими услугами, я не скажу, что напиши мне отзыв. То есть это никто такой не сделает. Клиент может пойти настолько быть недовольным, написать негативный отзыв, и тогда, естественно, разумный бизнесмен свяжется, я не говорю про адвоката, свяжется с этим клиентом, скажет: клиент, что я могу сделать, чтобы вы были счастливы? Okay? То есть, что я могу сделать, чтобы вы были счастливы и все такое. Это не означает, что там будут им платить это. То есть этот клиент, если делает ради того, что или несправедливо, то никто, и это неразумно с таким клиентом связываться, и главное, чтобы купить отзыв обратно. Но вот эти звездочки означают, что все, читайте внутри отзывов. Okay? То же самое, как на Амазоне. Я вам интересную вещь расскажу. Только вчера случилось. Продукт открыл из Амазона, и внутри вышла карточка. И я смотрел 5 звезд на Амазоне, 200 с чем-то отзывов, и внутри вышла карточка. Написано: оставьте нам 5 звезд, 5-star review, и сфотографируйте скриншот, и мы вам отправим $10 Amazon карточку. Я как бы собирался просто выбросить это. Был недоволен, что это фейк-ревью. Но меня больше всего разозлило, что внизу они написали: не показывайте эту карточку Amazon,
а то ваш аккаунт будет insecure. То есть это как бы даже угрозой для меня прозвучало. Я позвонил Amazon, связался с ними, доложил и хотел написать негативный отзыв и предоставить другим читателям, будущим покупателям этот вот карточку, что вот чем занимается этот продавец или там производитель. Но, к сожалению, то есть это настолько... Я так себе подумал, что реализнул, что эти люди знают, кто они, то есть занимаются таким мошенничеством, они знают, где я живу, потому что они меня домой отправили. Я это не сделал, но я доложил Amazon. Надеюсь, Amazon примет какие-то меры. Так вот, есть такие вот эти мошеннические. Но почему я Amazon привел как пример, когда вы читаете отзывы внутри Amazon, если многие, уверен, разумные люди и более как бы внимательные, если посмотрите, вы видите вот эти фейк-ревью в Амазоне, чисто по отзыву. То есть не смотрите на звезды, а почитайте, что пишут. Почитайте, что это такое. То, что verified purchase не означает. Я был verified покупатель вот этого продукта. Мне этот продавец предлагал $10, если я ему напишу 5 звезд, которая была там половина, по-моему, стоимости того гаджета. Поэтому выбирать адвоката очень как бы интеллектуально разумно, почитав субстанцию этих отзывов, поговорив с адвокатом, обсудив, поговорить с ассистентом адвоката. Задавайте вопросы про не юридические вопросы, потому что ассистент сразу отфутболит и скажет, что я не адвокат, не могу помочь, разумный ассистент это сделать, но спрашивайте про адвоката, скажите, а как вы думаете, то есть то другое. И поверьте, это не означает, что каждый ассистент там глупо скажет, да, то есть наш адвокат. Если скажет, вы заметите это. А может объяснит, может как-то объяснит, что почему, вот что мы делаем, то есть как отличаются наши услуги и как мы больше внимания обращаем на ваши дела. Вот это все нужно важно выяснять. Я помню, когда я звонила, искала адвоката, то, например, женщина очень делала ударение на то, что этот адвокат, он бывший судья. То есть у него не только там, что именно опыт адвокатский есть, но и он сам провел и просмотрел кучу дел, как бывший судья. Иммиграционный судья. Нет, это было семейное дело. Это было по семейному делу, и он семейный. Он был судья в корте в нашем, здесь, в нашем городе, и она очень на этом акцентировала внимание, как на его профессионализм. Конечно. Что этот человек, да, тоже, вот, например... Или бывший обвинитель был, который сейчас стал дефенсором. Да, вот, да? тоже вот такое внимание. Конечно. Искала адвоката для одного своего друга, и тоже мы взяли адвоката, именно который специализуется на криминиграции. Криминальной миграции. И тоже вот такой факт, что она была прокурором когда-то, это, скажем так, был явно плюс в сторону этого адвоката. Конечно, мы, однако, отказались. Такой, ну, тоже первый, он там в первый, если там вбить иммиграционный адвокат в нашем городе, он там первый в списке. Но когда мы пошли к нему, очень меня смутило, и я сказала другу, не-не-не, давай мы не берем этого адвоката, потому что он сказал, я на интервью с клиентами не хожу. И, знаете, я на этом моменте, то есть у него настолько дело немножко, скажем так, закрученное, что ну там адвоката надо. Надо. А он сказал, я на интервью с клиентами не хожу. Ну я там сказала, нет. К сожалению, да, это уже как один из показателей конвейерной работы. И часто, к сожалению, я вижу дела по убежищу, где адвокаты берутся за дело, заполняют форму, отправляют документы, а на интервью с клиентами не идут. Я говорю, как это может быть? То есть интервью, участие адвоката на интервью по убежищу, я не преувеличиваю, я бы сказал, что это 60% вашего дела. То есть именно наличие адвоката на интервью и приготовление с этим адвокатом, и участие на интервью, где адвокат обратит внимание, исправит ошибки, задаст дополнительные вопросы и объяснит, сделает вот суммарную explanation офицеру, где офицер не понимает. У меня были интервью, где мне приходилось офицера менять. То есть посредине интервью на убежище мне приходилось вызвать супервайзера, сказать, что этот офицер не готов совершенно, не знает, о чем вообще говорит, о чем вообще дело.
бывало на интервью, переводчик на телефоне с переводчиком здесь настолько не сошлись, пришлось прервать интервью. То есть адвокат рулит, контролирует интервью максимально. Иногда офицеры задают глупые вопросы, иногда путающие вопросы, а иногда офицер искренне задает вопрос, который искренне не так понимает отвечающий, и офицер не понимает, что тот не понял. А адвокат, который со стороны видит вот этих собеседников, ловит вот эти моменты нисхождения, что тот сказал этот сказал, и офицер записал. То, что записывается туда, это не означает, что... То есть, если офицер даже понял, а записал другое, это не означает, что офицер вам одобрит дело. Решающий вопрос для вашего дела по убежищу может быть другой офицер. Очень часто происходит. Офицер интервьюирует, дела застревают месяцами. Этот офицер выходит, переводится или переводит часть дел, и другой офицер только смотрит на записи этого офицера, который брал во время интервью. Поэтому в процессе интервью часть адвоката, чтобы убедиться, что все записи, все вовремя, все правильно, все четко прошло, недопонимания никакого нету, да. Вот как бы пример привели, да, то есть человек, если был бывшим судьей в этой сфере или там работал DHS Council, там USCIS в иммиграционных делах, естественно, это положительный фактор. Но это не означает, что все, нужно руки и ноги сложить, что вот я под ноги этому человеку кидаюсь. Нет, это может быть неспособный человек, это может быть идиот. К сожалению, мы знаем, в USCIS очень много идиотов в работе. Но то, что человек работал там, это не означает, что все. Но это положительный фактор. То есть, если нужно сделать столбики, посмотреть, один столбик положительный, другой негативный. В вашем случае негативный фактор был больше значительнее, чем положительный фактор. Спасибо большое за такую тему, за столько полезной информации. Я думаю, что нашим участникам есть над чем подумать сейчас, и они уже более конкретно знают, как обращать внимание, как выслушать и подобрать себе правильного человека и хорошего адвоката. Мы будем переходить к вопросам, которые у нас были заданы заранее. Не все из них, конечно, по теме, но я думаю, мы уделим им несколько минут и ответим на некоторые вопросы. Например, Николай Калышенко, он спрашивает: если кейс, полный кейс по убежищу был подан пару лет назад, и они сейчас в ожидании интервью, вот, то стоит ли им подать дополнительные документы, которые они получили за вот это время ожидания? Их можно просто принести на интервью, или их надо отправить заранее, за 10-14 дней до интервью? Окей. Просто принести на интервью нежелательно и во многих случаях нельзя, потому что Asylum Offices имеет свои, обычно за 14 дней, необходимо подать дополнительные документы. Почему это разумно? То есть офицеру недостаточно времени изучить, приготовиться, чтобы задать вопросы на интервью. То есть это теряет эффективность процесса интервью, что является причиной все более и более бэклогов. То есть представьте, что офицер, который изучил ваше дело, и нужно понять процесс вообще убежища интервью до того, как интервью проводится, до этого офицера еще кто-то рассматривает предварительный ревью вашего кейса и создают вопросы, которые советуют этому офицеру задать. И часть этих вопросов относится к информации, к документам, будь это counter-report про страну, будь это субъективные доказательства. Часть этих вопросов, к которым уже иммиграционный офицер и asylum office готовится, уже основано на том, что у них есть. Если вы на момент интервью, бац, приносите какие-то новые доказательства и все такое, у них не было времени приготовить вопросы, которые в отношении этого хотят они задать, соответственно, не могут они перескедил второе интервью и так далее, это еще хуже эффективность. На сегодняшний день, когда они страдают из-за невозможности рассмотреть и успевать дела, вы еще хуже им делаете. Соответственно, на интервью это не оставляйте. Также желательно не оставлять даже на 14 дней. То есть самый правильный и выгодный, я бы сказал, очень, очень правильный и выгодный вам метод — это просто все это собрать, все это отсканировать аккуратно, table of contents,
все документы, там, 1, 2, 3. Если даже нужно суммарно что-то написать о контент того, напишите как cover. Все отсканируйте четко, чтобы не огромный был файл, а small PDF files. И имейлом отправьте в этот asylum office. Asylum office имейл адреса, это можно зайти онлайн, напишите asylum office locator, и вам выйдут вот эти данные asylum office, имейлы. И можете даже взять ту же копию этого пакета по почте тоже переслать. Для гарантии. Да, да, к сожалению, только сейчас мы одну вещь заметили, asylum office, они официально это не объявили. Почему-то они по почте уже, по-моему, не принимают пакеты. Почему? Нам недавно пришел нотис из одного asylum office, одному клиенту, которая более там, 10 лет здесь прожила до того, как подала на убежище. Пришло письмо. Да, да, подали. Но через где-то 2 недели назад пришло письмо от Asylum Office, что мы знаем, что вы более 10 лет прождали до подачи на убежище, у вас есть issue one year deadline, which is understandable. То есть у них есть issue, у них есть действительно страх, но есть вот этот issue. То есть там может быть withholding of removal и так далее получить. И мы вам даем возможность, если вы хотите, waive interview, чтобы мы вас вообще не интервьюировали. Если согласны, подпишитесь. И написано, отправьте нам по почте по этому адресу. Arlington Asylum Office. И мы 2 раза собрали по почте, отправили, что да, мы хотим waive the interview, потому что не имеет смысла, все равно это будет пустая трата времени, вы все равно дело переведете в миграционный суд, где мы ожидаем попытаться получить. Да. То есть в этом деле мы с самого начала ожидали, что дело должно быть в суде мы получим этот protection. Но мы подписали, что да, вы отправили, они отправляют обратно. То есть да, они даже не открывают пакет. Из той же инструкции, где 2 недели, они открывают. Поэтому почта, и вдруг, если вы отправите, я asylum office вам отфутболит обратно ваш пакет, который вы почтой отправили. Не удивляйтесь, я думаю, они из-за того, что сейчас у них бардак, то есть что у них происходит, неизвестно. До потолка офисы забиты. Вы знаете, сейчас интервью как проходит, в Asylum интервью. Как минимум 3 недели назад, когда официально было с USCIS у нас вебинар коллеги иммиграционных адвокатов, и обсуждали на Asylum интервью, офицер сидит в одной комнате, заявитель сидит в одной комнате, переводчик сидит в одной комнате, адвокат сидит... То есть члены разных семей, если не member of household, то есть заявитель... Если заявитель и адвокат каким-то образом member of same household, то они сидят вот в разных комнатах и проводятся вот вебинаром интервью. Это, конечно, как сказать, извращение, но это то, что им приходится сейчас делать. И представьте, в этот момент ваши пакеты бомбардируют. То есть поэтому они не могут распределить, сортировать и, наверное, просто сейчас отталкивают. Сейчас еще 13 тысяч работников увольняют от USCIS на время, как минимум. Еще такое. Ну, насчет, возвращаясь к данному вопросу, да, желательно имейлом отправьте, можете попытаться по почте. Это почему выгодно? Во-первых, у вас будет рекорд, что вы это сделали. Никто вам же не скажет, там, 14 дней вдруг упустили. А иногда бывает, нотис на интервью приходит очень быстро. Через неделю у вас интервью. Сейчас, то есть, там бардак. Такие вещи тоже происходят. Нам только на прошлой неделе было у клиента интервью. Нотис пришел, что в 8:30 часов PM у человека интервью. Мы подумали, может, у них какие-то новые системы после пандемии. В 8:30 PM пошел человек, постучался, офис закрыт. Оказывается, офис вместо AM написали PM клиенту. Yeah. Это да, это через брак был процесс. Fairfax офисе. Да, то есть, поэтому отправьте по имейлу, у вас есть рекорд, что вы отправили, никто не может вам отказать потом в этом. И второе, это как бы косвенное, может, действие, когда вы отправляете новую информацию в Asylum Office, им приходится ваш файл поднять. Это как бы их тыкл, то есть их щекотит, чтобы у вас есть там дело. И если вдруг, это чисто мое предразумевание, которое я потом один раз со скеджулом обсуждал в Arlington Asylum Office пару лет назад, И когда ваше дело поднимается, вдруг если окошко пустое есть, кто-то отменил через 2 недели дело свое, там, женился, брак, уехал из страны, все такое, могут ваше дело бросить на то окошко. И это происходит. Это часто происходит, если адвоката меняют или нанимают адвоката. Да. Поэтому если ко мне приходит человек, как бы новый клиент, которого дело текущее, я им говорю, давайте соберем много информации про ваше дело, сообщим о том, что я вам, ваш адвокат, подадим всю информацию,
И в этом же пакете мы пишем, что мы готовы на интервью, вот вся информация. И это мотивирует Asylum Office быстрее назначить вас на то окошко, чем назначить то дело, где они назначат, потом отправят новые документы, где голая анкета сидит у них, они видят, что дело не готово до интервью, не созрело, они ожидают, что человек сейчас 100 документов будет. Поэтому наоборот, supplement. В некоторых делах мы бывало, что 5 раз, то есть уже дело длится там 4-5 лет, ждем интервью, бывало, что где-то 5 раз мы, может и не 5, может 3, мы отправляли саплементы. То есть постоянно мы их там щекотим, что вдруг будет. Да. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас от Андрея Батыренко. У него вопрос насчет срока действия паспорта. Смотрите, то есть он, тот паспорт, по которым он пересекал границу, он сейчас недействительный. Новый получить ему будет проблематично, но ему скоро надо подавать I-140 и I-485, трудовая иммиграция, точнее грин-карта через работу. И вот он спрашивает, надо или обязан ли он иметь действующий паспорт на руках для начала этого процесса. Или все-таки можно обойтись по нему? Ну, он вычитал вроде бы, что even if your passport or travel document is expired, но он хотел бы вот уточнить этот момент. Надо ли ему вот действующий паспорт своей страны иметь на руках? Чтобы ответить так, чтобы человек, задающий вопрос, понял, и другие слушатели поняли, и могли в будущем сами отвечать на эти вопросы, нужно понять, разница, что такое? То есть я дам более обширный ответ. Паспорт играет две роли. Паспорт доказывает, что вы гражданин какой-то страны. И второе, это дает вам право путешествовать. То есть вы, если не истекший паспорт, вы можете использовать для авиалинии, полететь из одной страны в другую. И иммиграционная служба в Америке бывает заинтересована в каждом из них, в зависимости от отдела. То есть если человек подает на смену ситуацию на неиммиграционную визу, допустим, я хочу продлить свое время здесь как турист, то иммиграционную службу интересует действительность паспорта, чтобы убедиться, что я смогу выехать, я выйду из страны, я вернусь в свою страну. У меня есть действующий паспорт. Именно поэтому требует как минимум 6 месяцев действительности паспорта с момента желания продления, то есть с момента желаемого продления. Потому что я говорю, что я через 6 месяцев выйду. Так вот, действительность паспорта играет только там роль. Но есть истекший паспорт все еще доказывает, что вы гражданин своей страны. Okay? Просто паспорт истек. И поэтому в процессе у этого человека подачи петиции на грин-карту, естественно, нет необходимости показывать, что я выйду из страны. Наоборот, вы здесь доказываете, что вы останетесь в стране. Соответственно, это неразумно USCIS или кому-либо требовать от вас действующего паспорта своей страны, чтобы дать вам возможность остаться в этой стране. То есть их не интересует абсолютно, что у вас есть этот действующий паспорт или нет. Их просто интересует, что вы гражданин своей страны или нет. И также это интересует, в паспорте у вас есть штамп, когда вы въехали в страну, виза, но они могут сами это отслеживать через I-94, но все равно, то есть есть и копия визы, там какие annotations есть. То есть для этого нужно копию снять этого паспорта. А так, определенно ясно, чтобы все поняли, эти вот слухи, недопонимания с истекшим паспортом. Не истекший паспорт только нужен в том случае, когда вам необходимо доказывать возможность вернуться в свою страну. Если такой возможности нет, рассрочено. В остальное время гражданство, чтобы получить, грин-карту получить. У вас есть истекший паспорт, нету, действительно, не играет никакой роли. Спасибо большое. Ольга Грыжунова, она спрашивает, как долго ждать повторную грин-карту по форме I-90. И еще такой вопрос. Повторный. То есть у нее старая грин-карта сейчас скоро истекает. И она боится, она легально в стране будет или нет? Грин-карта, как вот только что мы обсудили паспорт, сама карточка с истеканием даты является просто карточкой. Она показывает дату, когда как просто свидетельство о том, что вы легальный permanent resident.
Ваш legal permanent residency никогда не истекает. Только в случае, когда через брак первые два года необходимо подать на обновление визы. Это является исключением. А сама грин-карта, будь человек здесь, в Америке или за границей, никогда не истекает. То есть карта истекает, а ваш ПМЖ-статус никогда не истекает. Там пластик. Его только... Да, пластик истекает, а ПМЖ никогда не истекает. Ее только может отнять иммиграционный судья, постучив молотком после слушания. Или же вы можете добровольно подписать форму, не помню, 912, по-моему, или что, где вы добровольно сдаете свой ПМЖ-статус, потому что вы не хотите жить, вы можете приехать, уехать, дожить. Но сам статус никогда не истекает. И то, что когда грин-карта истекает, люди паникуют, все, там, я потерял. Нет, вам нет необходимости иметь, чтобы жить здесь. Это просто свидетельство о вашем статусе. Соответственно, если I-90 подаете после истечения, до истечения или во время истечения, не играет роли, у вас не паникуйте, у вас ПМЖ-статус не потерялся, он есть. Mm-hmm. Это часто происходит, становится этот вопрос актуальным. Люди, которые живут за границей, находятся за границей, вдруг грин-карта, бац, истекла. Или во время путешествия, или они очень долго провели время за границей. Факт того, что сама карточка истекла, это самое меньшее, о чем нужно волноваться. Нужно волноваться о том, что если провели столько времени за границей, может создаться предразумевание, что вы не живете, не собираетесь жить постоянно в Америке. А сама истекшая грин-карта, даже авиалиния это знает. То есть если я нахожусь за границей с ПМЖ-картой, и моя карта истекла 2 года, 3 года, 5 лет назад, авиалинии все равно должны меня пропустить на борт. Я могу прилететь в Америку с истекшей грин-картой, и я на границе могу дать эту истекшую грин-карту. Меня обязаны впустить в страну. Никто мне не скажет, нет, все, грин-карта истекла, не заезжай в страну. И даже если я провел столько времени за границей, все равно меня обязаны. В крайнем случае они могут придраться, что я слишком долго времени провел за границей, и в этом случае мне могут дать вызов в иммиграционный суд, но впустить меня в страну в любом случае должны, даже если я провел 10 лет за границей с истекшей грин-картой. Очень полезно знать такое, да. Ну, есть проще вариант, можно обратиться за SB1 визой, тоже иногда люди не знают о таком варианте, и попробуют получить эту визу. Вы имеете в виду returning resident? Да. Returning resident visa. Да. Это часто не рекомендуется. То есть вообще нас в иммиграционных адвокатов general consensus это желательно этого не делать. Потому что если в этой визе отказывают, то эта виза уже, то есть это SB1 виза, отказ этой визы уже является prima facie case. То есть вы можете get stuck там. То есть желательно, если вы очень, человек, который провел столько времени за границей, очень надеется и приехать сюда, и здесь это все сделать, то желательно приехать просто с истекшей грин-картой и здесь бороться ради этого, чем на урачиться. Ну, да. Потому что находясь на территории не Америки, у вас нет тех конституционных протекций, которые вы будете иметь, находясь здесь. А именно процесс апелляции, процесс там, депортации, где вам должны дать due process, а консульство могут просто, там какой-то придурок, офицер не понравился, может просто отказать, SB, отфутболить вас, и нечего никому жаловаться про это. Спасибо большое. Вот как раз у нас по ходу прошлой темы у нас люди еще задают вопросы в этом ходе, они слышали вашу предыдущую сессию. Опять же, Бихтибек Маландазо спрашивает о исключении для медработников в прокламации Трампа. Он врач, он работает с COVID-19, и он победитель DV-2020. Что думаете и что нужно делать? Нужно здесь связаться. Да. Он, если работает с COVID-19, вопрос в том, что где? Здесь или там? Если... Не уточнил человека. Ну да, вот это важно. То есть это нужно. Если там, то нужно связаться здесь с медицинскими учреждениями и предложить свои услуги, будь это добровольцем или найти работодателя. Если, то есть вопрос по этому COVID-19 в прокламации относится COVID-19 здесь. То есть то, что человек в своей стране помог с делами COVID-19, это ничем не помогает Америке. Вопрос это национальных интересов Америки. И просто знания, способности в этой сфере тоже недостаточны. То есть нужно
сказать, что уже есть связь, есть интерес. То есть здесь какой-то госпиталь, какая-то клиника, какой-то ресерч, исследовательская организация пишет, что дайте этому человеку желать. То есть мы поддерживаем, когда он или она приедет сюда, то будут с нами работать в этой сфере, мы готовы принять. Спасибо большое. Вот еще тоже вопрос именно по ходу прошедшей сессии с вами. Смотрите, у меня такая ситуация. Я выиграла лотерею с семьей, мы получили иммиграционные визы, оплатили расходы на грин-карту, то есть вот эти $220 для печати, но из-за коронавируса не смогли улететь. 14 мая срок визы истек. В Ташкенте не отвечает. Он задал вопрос в Твиттере, в Госдепе, и они ответили, что если его виза была действительная на 22 апреля, и срок визы истек после 22 апреля, он должен обратиться в посольство, где он получил визу. Вот. Но у него есть друзья, которые получили обратный ответ, которым сказали, что если они не получили визу до этой даты, то они подпадают под прокламации. И он вот просит разобраться и clear up вот эти, почему такая разница, что ему сказали, да, идите в посольство, а вот тем, у кого виза на руках не было, сказали, что уже до свидания. Ну, я думаю, именно внутри вопроса уже человек отвечает на свой вопрос. То есть у него ну, есть... Ну, да, но все равно, видимо, у него есть сомнения, поэтому... Не, ну да. Но я имею в виду разницу в том, что у него есть виза, а у них нет. Прокламация запрещает выдачу новых виз. Она не запрещает заново штампировать ту визу, которую выдавали. Понимаете? То есть если человек... То есть прокламация запрещает выдачу иммиграционных виз. Окей? Okay? Там есть такой, да, острый вопрос, на который ответа, я честно, у меня нету. Это то, что поставить новый штамп визы в паспорт с новой датой является выдачей новой визы или нет? Я думаю, нет, потому что вопрос идет именно о виза number, то есть виза, если человеку выдали визу, и из-за непредвиденных обстоятельств человек не смог выехать, а предвиденные обстоятельства именно со стороны запрета въезда в Америку, то поставить новую визу с новой датой, это не является выдачей новой визы. А тем, у кого нет визы в паспорте, им должны выдать новую визу. А прокламация именно запрещает выдачу новых виз. Спасибо большое. Иммиграционных. Да. Не всех виз, а иммиграционных именно. Как именно говоря, иммиграционных. Да. Вопрос от Светланы Романовская. У них такая ситуация. Они получили одобрение по убежищу. Они подали 730-ю форму на свою дочь. Они уже 2 года ждут на одобрение вот этой формы. Дочь уже, интервью уже было назначено, медицину уже прошли. Они уже держатели грин-карт. То есть за эти 2 года, пока они ждали 730-ю форму, уже прошел год с даты их одобрения, и они уже даже получили грин-карту. И вот дочь была на финальной стадии. И они спрашивают, их ребенок попадает под эту прокламацию или нет? Ребенок получает статус убежища, визу убежища, как сказать. Это не виза, это foil называется. То есть они и нету в прокламации нету и даже в прокламации именно насчет этого пишется, насколько я помню, текст прокламации, что это не влияет никак на получение статуса убежища. Будет это для derivatives или будет это для принципов. То есть короткий ответ, что нет. То есть с процессом убежища... У нас есть информация, мы обсуждали с другим адвокатом, там немножко серый момент. Например, есть пример, Варшавское посольство сказало, что да, потому что виза иммиграционная. В самой прокламации, в тексте, я чисто полагаюсь на этот текст, там пишется, что никому не... То есть эта прокламация не действует на процесс получения убежища.
Или да. Я могу быть неправым, или то посольство может быть неправым, что не является. Ну вот, да, мы пробуем разбираться с этим. Да, что... да. То есть это то, что посольство это говорит, ничего не означает там посольстве. Часто люди, которые имеют намного меньше опыта, чем я и вы в этих вопросах. Угу. Просто, и насколько я знаю, уже существует целая группа родителей, получивших убежище, которые ждут воссоединения со своими детьми несовершеннолетними по этой 730-й форме, и ну, информация пока что, знаете, вот такая волнами. Да, нет, нет, да, одни говорят, то есть, хорошо, если нанять адвоката и все-таки написать какое-то объяснительное письмо офицеру в посольство и вот дать им юридические объяснения, что вот так, такое дело, например, поможет? Да, конечно. То есть это часто то, что и делают адвокаты в процессе консульских процессах, это объясняют, показывают, доказывают, что почему ошибся офицер. Опять-таки, то есть не надо принимать там решение или логику офицера как закон и правила. Они часто ошибаются. И часто это объяснением, доказав, они говорят, что да, окей, мы были неправы. Ну, да. То есть это не такая уж система такая очень глубокая. Там тоже человек сидит, как вы, и тоже читает, и, ну, и, к сожалению, некоторые просто действуют по gut feeling'ам, принимают решение, да. То есть их убедить, это сделать можно. Кстати, я сейчас... Можно немного громче? Вас почему-то да. Очень тихо. Я, может, отошел, вертолет, по-моему, летел, или самолет летел. Да, я говорю, что вот консульство, да, то есть это не означает, что офицер принял решение, и все, это невозможно оспаривать. Это можно объяснить, уважительно объяснить, и доказать и получить в результате. Кстати, еще одна новость, которую тоже сегодня я узнал, это насчет лотереи грин-карты. Подали в суд несколько организаций, также выигрывающие лотереи, подали в суд против правительства о вот именно вот этих проблемах, не выдачи. То есть да, да, я там слышала, сколько 650 человек из 53 стран собрались, если я не знаю. Я не знаю точные детали, да, просто я получил новость, что начался вот этот судебный процесс. Надеемся, как-то это повлияет и поможет. Потому что особенно вот люди, которые девелоперы, они много чего, знаете, люди жертвуют, они собираются. Я сам в Америку 20 лет назад, когда прибыл, я тоже выиграл лотерею грин-карт. У меня здесь жили братья. То есть я все равно собирался после окончания бакалавра там, здесь пойти юридическую докторантуру здесь учиться. Я это все собирался делать. И вот так, бац, получилось вот грин-карт лотерея. Я просто помню, насколько это ускорило для меня процесс, и насколько это подготовило меня не только мысленно, даже и финансово, и материально. То есть я все закруглял. Я даже с работы ушел раньше, чтобы провести несколько месяцев там в Азербайджане, путешествуя по всей стране, как бы прощально. Я даже велосипед купил вместо машины, чтобы по всему городу Баку ехать только на велосипеде. Где-то месяц я откатался на велосипеде, чтобы видеть каждый переулок, каждый уголок, чтобы запомнить. А на машине разъезжал по всей стране, по всем районам. Что я хочу сказать, что это не только вот именно так психологически мысленно, но бедные вот люди, которые лотереи грин-карт, они собираются и материально, то есть закругляют свою жизнь там, кто закрывает бизнес, собирает планы, делает там то, другое. Продает квартиры, продает. Имущество продают, да. Это очень такое печальное. Поэтому, соответственно, я думаю и надеюсь, что суды здесь как-то отреагируют положительно и не откажут в деле из-за неналичия стендинга. Я, по-моему, обсуждал в прошлый раз с вами, по-моему, стендинг, да, что в суды в прошлые времена отказывали в рассмотрении дел грин-карт, выигравших лотерею грин-карта. Почему? Потому что у них не было достаточно прав подавать суды в Америке, потому что если, например, не получает грин-карту работник через работодателя, то работодатель имеет ущерб, который дает право подать в суд. Если не получает грин-карту или отказывают петиции там члену семьи гражданина, родственнику, да, то они имеют стендинг, что называется. А тот, кто бедный выиграл грин-карту лотереи, они basically не сироты. То есть ущерб, тяжело подавать ущерб. Да, да. Их некому защищать здесь. И некому
сказать, что вот мои интересы нарушены из-за того, что вы не даете. Ну, это очень такая острая юридическая тема, не зацикливайтесь на этом, но из-за этого отказывали. Надеюсь, сейчас федеральные суды это примут, это на рассмотрение вот этот кейс. Спасибо большое. Клара Фишбейн спрашивает очень интересный вопрос. So I started the process of reuniting with my mom. She is a citizen, but I have a child here that also a citizen, but I'm illegal 11 years. And I got a letter from the visa center, from the immigration, that my process was approved. Will I be able, through the waiver, to get a green card in the U.S. or with leaving to my country? Ей 11 лет, she's 11 years old, and she's here in the U.S.? No, she's illegal, 11 years. Illegal, how old is she? Она не указывает, но у нее есть ребенок. Oh, okay, she's, well, I mean, if she's above 21 years old, then, and illegal depends what type of illegal. Did she enter unlawfully? Well, no, that wouldn't matter. What type of status she had before she became out of status. If she had F1 or J1 status, for example, or M1, then her presence in the U.S., although out of status, was lawfully present, unless the USCIS affirmatively notified her that she was out of status. So the lawful presence would provide her ability to leave the U.S. and go through the consulate, get the U.S. immigrant visa and return to the U.S. Of course, with the ban, that's not going to work, most likely. So, да, то есть просто для русскоговорящих слушателей тоже скажу, зависит от статуса этого человека. Если 11 лет она здесь провела без статуса и без разрешения на пребывание, то у нее, к сожалению, шансов очень мало. Но у нее есть U.S. citizen child, который может дать ей возможность waiver, unlawful presence, даже если у него предыдущий статус не был F или M или J. Ну, очень много вопросов. Это вот хороший пример нашего разговора. Я хотела уточнить, разве они не изменились? Пытались. То есть именно за F1, J1, M1, about the DS и вот это, что как бы не аккумулируется unlawful present. Но они же поменяли это правило несколько лет назад. То как? Оно типа к тем, кто до этого указа был, все равно они не накопляют. Только те новые, кто пошел после указа? Не, ну, это было и если после указа, но эти темы все сейчас закрыты, потому что injunction был. Федеральный суд запретил отменить. То есть вы правы, сначала отменили, но потом отменили отмену. То есть на сегодняшний день еще здесь. Да, конечно. То есть отмену вот этого unlawful presence calculation отменили, Федеральный суд отменил. Видите, тоже последние новости я пропустила. Нет, это очень быстро даже произошло сравнительно. То есть очень быстро после той отмены отменили отмену. Я точной даты не помню, но да, значит, это где-то как минимум. То есть все-таки получается. Даже если веб-сайт есть. Да. То есть все-таки получается, если J1, F1 or M1, которые въехали с позначкой DS, duration of stay, United States, and get out of the status, they do not accumulate of unlawful present in US and ban is not applicable to them. That's right. That's still the case, unless something new happened that I'm not aware. But as to what you stated, Lesia, that happened and then it was canceled. Unless something canceled the cancellation. That's still the case. So complicated. Вопрос от Тати. Подруга выходит замуж завтра и нервничает. Что будет сейчас в связи с изменением Трампа? Не понимает она, получит разрешение на работу, нет. То есть раньше это было 4-5 месяцев, сейчас она не означает. Есть ли какие-то изменения в получении грин-карты и какие сроки? Подруга здесь находится. Да. Въехала в страну с какой-то визой. Да. И выходит замуж за гражданина.
надеемся, что за гражданина. Тоже не уточнили этот момент. Но все равно сейчас, то есть она все еще current, даже если ее супруг green card holder, там все равно... Тогда ей нужен статус. Если супруг green card holder, то она должна быть в действующем статусе. Если супруг гражданин, то даже статус не важен. Главное, въехала легально. И то есть, если это так, то ничего не изменилось, кроме сроков. Сроки, как мы знаем, до администрации Трампа сроки были где-то 3-4. То есть все улучшалось и улучшалось. Было там 6 месяцев и так далее. И за последнее время до Трампа у нас уже были 3 месяца занимало получать грин-карту. И часто получали у нас клиенты грин-карту до того, как получили разрешение на работу, которое тоже занималось 3 месяца. Или за день даже до разрешения на работу, в грин-карты интервью. Потом все стало хуже-хуже. И до пандемии это поднялось где-то на минимум 8 месяцев, в некоторых случаях год получать. Это еще до COVID-19. А сейчас, как пандемия повлияла на все сроки, это anybody's guess, потому что только сейчас они открываются, неизвестны еще все дела. То есть нет дел, которые уже были поданы после пандемии. То есть есть, которые поданы, но они все еще идут. Соответственно, никто не знает, как это будет, сколько это будет длиться, к сожалению. А насчет самого процесса ничего не изменилось. Что изменилось во время пандемии, я это обсуждал, это в некоторых процессах, особенно когда двухгодичная грин-карта, USCIS решили waive the interview процесс, то есть отменять интервью и просто одобрять грин-карту на основании поданных документов. Соответственно, моя рекомендация – это подать, так же, как и всегда, но неважно, к сожалению, до сих пор некоторые адвокаты берут, отправляют голые документы. Это вот часто конверные адвокаты, которые голые документы, чтобы быстро получить оплату, перевести дело, и что будет через год там на интервью дополнишь. Так и объясняют. Да, она дополнила, она из России, она выходит замуж за гражданина США. Отлично, да, прекрасно. То есть проблем нет. Тут все это приготовит, подаст. И что я хотел сказать, что желательно приготовить максимальное количество доказательств действительного брака. И у нас была сессия про действительность брака, какие доказательства, когда часто заходит только замуж, люди думают, а что можно достать? Много чего есть каунтер-интуитивного, которое можно быть креатив, там, посмотреть, текст-месседжи, переписки, там, мы обсуждали даже Amazon аккаунт, всякое чего, посмотреть эту сессию. Да, но желательно максимально приготовить сейчас подать, чтобы и ускорить процесс, и увеличить шанс того, что вам одобрят и без интервью. Потому что вряд ли у них будет достаточно на интервью, достаточно возможности процесс кейсы, с которым требуется интервью, потому что интервью и именно является тем, что больше всего задерживает их и что больше всего отложено было из-за COVID-19. Соответственно, максимальный эфорт и надо делать, чтобы дать им бросить все, что им нужно, чтобы решить ваше дело без интервью. А процесс разрешения на работу и travel document, который тоже в этом процессе одинаково вовремя все подается, он тоже, к сожалению, продлился. Еще до пандемии он занимал где-то 5-6 месяцев. Соответственно, сейчас неизвестно, может, еще дольше будет. Если вдруг есть какие-то emergency reasons, то можно пойти в local office, запросить немедленное разрешение выехать из страны, вернуться. Да. Вот так. Спасибо большое. Вопрос от Ивана Чипко-Фиголь. Я думаю, это будет последний вопрос, потому что, извините, не успеваем. У нас уже выходит время. Вопрос такой. We moved to the USA in 2011. Green card. We want to apply for citizens this year. My husband was arrested in 2012. He got into a fight in a bar. Does he need to include that arrest in his application or not? Because it was more than 5 years ago. Thank you for your answer. Кто это задает вопрос? Иван Начипко. Окей. Ну, в смысле, я хочу выяснить, русскоговорящий
человек задает, чтобы решить ответить на русском. Да, да, я думаю, что она поймет. Просто, ну, наверное, ей проще было написать по-английски, но судя по имени, я думаю, что она должна понять. Окей, если не поймет, напишите мне напрямую, я вам на английском объясню. Да, если подает на грин-карту, то есть вот 485-я форма подается, да, я ожидаю, здесь они находятся, внутри Америки, то, естественно, то есть вообще во всех процессах, где спрашивается вопрос «Have you ever been arrested?», ответ на этот вопрос, если были арестованы. Они на гражданство подают. На гражданство, да. То есть на гражданство тоже. То есть если в анкете спрашивается «Have you been arrested?» и «Вы были arrested?», нужно ответить «Да, been arrested». То, что были arrested, не означает, что все, вам откажут или там проблема. Вопрос в том, что были ли вы convicted, если в этом случае она сказала dismiss, то это нужно disclose. Желательно, если какой-то вопрос вопросительный, написать «да» или «нет», то желательно, неважно «да» или «нет», главное в аддендуме расписать, что disclose, то есть это предоставить всю информацию, чтобы чего самое необходимое. Ошиблись, вы написали «да», вы считаете это арестом или нет, detention, является ли арестом, или detained, или cited, ошибка это искренне может быть. Это не проблема. Ошибиться в форме, вы на интервью, все вопрос решится. И офицер поменяет ваш ответ на то, что офицер считает правильным. Но что рискуете, это non-disclosing информации. Соответственно, неважно, да или нет, но главное в аддендуме детально расписать, что произошло. Не имеется в виду, что произошло, там, с кем подрался, кого сбил, детали возможного преступления. А имеется в виду, что был такой случай, был арестован, там вопрос закрылся. Но, естественно, в аддендуме ни в коем случае не пишите детали своего там происшествия, что происходило. Это я уже, это чисто криминальный юридический совет. Ни в коем случае не надо рассказывать детали. Это против вас может быть использовано. Да. Вот еще уточнение, что на одном из интернет-ресурсов, Надя Герак написала, что на одном из интернет-ресурсов прочитала о том, что Конгресс и президент все-таки выделили 1 200 000 000 долларов для USCIS. Да или нет? Вы слышали такую новость? Когда? Сейчас? То сегодня? Да, где-то она это прочитала, что все-таки Конгресс дал деньги иммиграционной службе. Я это не читал. Может, мы слишком у вас с вами долго времени провели на этом, на этой сессии. Много чего происходит. Новости. Так, быстро. Можно пройти сорс этой новости, пусть постирует на комменте откуда. Если сорс заканчивается на .ru, то лучше не постирует. Если источник этой новости... Какой-то реп это был источник, то да, постируйте. Последний вопрос быстрый от Маргарита Бойко. Через сколько после въезда нужно подавать на беженство? Год. Unless если у вас... В течение года. Да, в течение года необходимо подать, но есть исключение. Исключение есть это... Исключение. Да, исключение это если у вас был легальный статус все это время, или у вас были какие-то очень веские причины, как, например, медицинские, вы были парализованы, не могли подать, или подали, вам вернули обратно, и вы в разумное время после этого подали. Но очень детальные исключения, необходимо очень внимательно отнестись. Советую почитать, очень много информации есть бесплатной на интернете, даже на моем, на нашем сайте есть это. Почитайте, но если еще вопросы, желательно посоветоваться с адвокатом. Это один из случаев, где необходимо поговорить с адвокатом. Да, вот именно. Это такой вопрос, где, знаете, обращение за консультацией будет очень полезно, потому что новые правила, вылетите вы из статуса, не вылетите, будет ли у вас возможность потом доказать это еще раз в суде. Здесь очень много вопросов в плане построения стратегии, когда подавать на убежище. Но если вы считаете, что 100% гарантия, вы можете вручить свою аппликацию сразу офицеру по прилету в аэропорту, да? Тоже ж вариант. Ну, да. Ой, спасибо большое. Опять мы немного вышли за рамки планированного. Если мы не успели задать ваш вопрос, если я не успела задать ваш вопрос Измаилу, извините, пожалуйста, у нас немножко ограничение по времени. Через 2 недели мы встретимся опять. Задавайте вопросы заранее. Спасибо, до свидания. Спасибо.